Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. В мире друг от друга пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие. Влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувство, тем больше соблазн нарушить правила. «Виноваты звезды» 2014 года. Хейзел больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знакомится с Огастусом Уолтерсом и моментально влюбляется в него. Огастус и Хейзел отправляются в полное страсти жизни путешествие, которое лишний раз покажет им, что весь смысл жизни можно найти в любом ее отрезке. Сейчас самое время. Тессе 17, и она хочет жить нормальной жизнью. Она мечтает о тех же вещах, что и все подростки. Но что делать, если времени осталось мало? Тесса принимает решение прожить все, что отмерено, так, чтобы ни одна минута не пропадала зря. Девушка составляет список того, что обязательно нужно успеть. Потерять невинность, попробовать наркотики, прыгнуть с парашютом, по-настоящему полюбить. Она шаг за шагом воплощает свои намерения. Но внезапно вспыхнувшее чувство к соседскому парню Адаму меняет все ее планы. Полночное солнце. Ночами 17-летняя Кэти сочиняет красивые песни под гитару, а днем она вынуждена скрываться во мраке. Ее нежная кожа не выносит солнечного света. Но однажды в полночь Кэти знакомится с Чарли, и теперь ради возлюбленного она готова сгореть в лучах света безумного чувства. Незаменимый ты. Лента расскажет о двух непохожих друзьях детства, Эбби и Сэмми, которые были неразлучны с 8-летнего возраста. Оказавшись перед лицом неминуемого расставания, Эбби учит Сэма, как нужно жить, пока Сэм учит Эбби, как умирать. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!